Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же происходит на них сейчас. Стоит отметить, что мы очень близко сейчас подобрались к самому важному макроэкономическому отчету, релизу событий последних месяцев. Это ужесточению, потенциальному ужесточению монетарной политики в США. Это событие состоится в четверг. Долго мы его ждали, анализировали соответствующий фундаментальный фон, готовились, пытались прогнозировать вероятность действий со стороны монетарных чиновников Федеральной резервной системы. И сейчас, собственно, по факту уже ожидаем фактически решение. О нем мы, конечно же, ближе к самому событию поговорим еще детальнее. Но в целом, я думаю, исходя из прошлых брифингов, уже оценка ясна. Мы делаем ставку на то, что американская экономика готова к нормализации денежно-кредитной политики. Поскольку повышение ставки произойдет впервые за 10 лет, я думаю, что без преувеличения можно сказать, что предстоящее событие можно охарактеризовать как событие десятилетия. Поэтому особое внимание на него, особый фокус, поскольку в случае принятия этого решения волатильность будет зашкаливать. Прежде всего, нужно будет делать ставку, конечно же, на потенциальное укрепление позиции американской валюты и серьезную разгрузку фондовой секции, прежде всего развивающихся рынков, хотя, наверное, и развитые площадки также не останутся в стороне. Но обо всем давайте все-таки по порядку. Хочу отметить, что сегодня традиционно будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Воспользоваться этим бонусом можно будет до завтрашнего брифинга, до завтрашнего утра. Завтра уже будет новое кодовое слово и, соответственно, новый бонус. Сегодня величина бонуса 6%. И хочу воспользоваться возможностью пригласить вас сегодня на свой традиционный еженедельный вебинар «Правильный понедельник», который состоится в 16:30 по московскому времени, где традиционно мы подведем итоги основных событий прошлой недели, коснемся того, на что нужно обратить внимание в ходе этой пятидневки, ну и вместе с заключительным слайдом обозначим как раз ценовые ориентиры по ключевым валютным парам, которые мы используем в трейдинге и в каждодневной спекулятивной деятельности. Ну а теперь давайте переходить, собственно, к самому брифингу. Начнем. Также, чтобы не нарушать нашу общую практику, привычный сценарий с позиции черного золота. Видим, что актуальная котировка 47.72. В целом, учитывая пятничную торговую сессию и ту динамику, которую мы наблюдаем сейчас, совершенно очевидно, что черное золото продолжает оставаться под фундаментальным давлением. Наша цель среднесрочная, краткосрочная, ее как, скажем, не назовешь. Понятно то, что исходя из-за последней волатильности, эти цели могут быть реализованы буквально в считанные минуты. Поэтому просто руководствуемся тем, что сохраняется коррекционный импульс, который легко может отправить позиции Брента фактически в любую минуту в район $45 за баррель. Что касается фундаментального фона, стоит отметить, что в пятницу вышел прогноз Goldman Sachs касательно перспектив позиции нефти. И согласно своей оценке, весьма пессимистичной, в Goldman Sachs полагают, что Brent легко в перспективе года может просесть ниже $35 за баррель. Что касается марки WTI, это около $20. То есть, анализируя их, соответственно, прогноз, можно прийти к выводу о том, что в целом они, наверное, разделяют тот подход, который и мы закладываем в определение перспектив позиций нефти. Поскольку ключевой аргумент, который может, собственно, и толкнуть позиции Брента к столь низким значениям, это потенциальные объемы поставок и производства со стороны Ирана. Мы знаем то, что производственных мощностей достаточно, чтобы увеличить добычу до вплоть 4 миллионов баррелей в сутки. И это плюс к тем объемам, которые уже действуют, соответственно, в рамках ближневосточного картеля и которые способны в любой момент еще сильнее увеличить перепроизводство и, соответственно, расхождение между спросом и предложением. Потенциальное предложение растет, хотя оно и без того значительное. Что касается спроса, с этим серьезные проблемы, потому что, разумеется, по сути, каждую неделю мы констатируем слабости ключевых регионов, в целом указывающие на то, что спрос, наверное, и дальше будет падать. Плюс ко всему, мы имеем дело в последнее время с мрачными прогнозами касательно
спроса, восстановления ключевых экономик. Ну и, разумеется, эти мрачные прогнозы нужно проецировать на то, что с предложением также будут проблемы, потому что, судя по позиции ключевых производителей, объемы, в принципе, не сокращаются. А глядя на те цифры, которые показывает сейчас ОПЕК, можно говорить о том, что выше квоты, выше планки в 30 миллионов баррелей в сутки, составляющий этот показатель держится уже очень давно. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы восстановления членства в рамках ОПЕК еще и Индонезии. Значит, можно говорить о том, что и Индонезия добавит к общему количеству нефти еще несколько процентов. Параллельно придется повышать и квоту, что в целом будет приводить к еще большему перекосу на рынке энергоресурсов. Другие факторы. Ожидание усиления позиции, разумеется, американской валюты. Поэтому рост доллара будет приводить к ослаблению сырьевых активов, а точнее тех активов, чья стоимость номинирована как раз в американской валюте. Последняя статистика по Китаю также больше провоцирует нас на даже какие-то нервозные, панические настроения, потому что объективно нужно говорить о том, что слабость – это визитная карточка с точки зрения характеристик экономики Поднебесной. И эта слабость, она никак не отпускает вторую по величине экономику мира. Соответственно, констатируя слабые макроэкономические данные, по факту уже статистики, мы делаем ставку на то, что и в перспективе будет снижаться соответствующий спрос со стороны этого региона. На прошлой неделе мы, когда возвращались к данным по запасам нефти США, констатировали, что есть уже самая настоящая тенденция. И я считаю то, что эта неделя также позволит нам говорить о том, что запасы в США увеличиваются. Почему? Потому что сейчас действуют уже сезонные факторы, связанные с закрытием на обслуживание многих нефтеперерабатывающих заводов. Традиционно в этот период запасы имеют свойство расти. Если так, то значит и с этой стороны можно готовиться к еще одному негативному фактору – серьезные разгрузки для позиции черного золота. Самый важный, наверное, новостной фон сейчас связан с возможным внеочередным заседанием ОПЕК. Но до сих пор конкретики на рынке нету, точнее, нет четкого убеждения того, что ОПЕК может собраться раньше времени, то есть раньше декабря, и обсудить актуальные цифры по производству. Если нет, значит, в лучшем случае это может произойти только в конце 2015 года, а пока рынку черного золота и энергоресурсов нет возможности надеяться на какой-то потенциальный позитив, потому что позиция Ближнего Востока, она, в принципе, понятна, потому что ОПЕК не хочет снижать объемы производства, потому что ключевая задача – это сохранить свою долю на рынке и даже при первой же возможности попробовать увеличить свою экспансию на рынке энергоресурсов. Поэтому, если и зайдут разговоры о снижении объемов производства, это должна быть солидарная позиция, которую поддержат и прочие производители, потому что может получиться так, что, к примеру, Ближний Восток снизит объем производства, а вот США и России нет. Напротив, уменьшение предложения позволит другим ключевым производителям занять долю Ближнего Востока. И то же самое можно сейчас говорить про тех же самых российских производителей. Если Россия снизит объем производства, то, как отмечала Саудовская Аравия, у которой также имеются незадействованных еще производственных мощностей на 3-4 миллиона баррелей в сутки, могут легко занять российскую долю. И когда рынки восстановятся, цены вернутся к прежним высоким значениям, и российские производители захотят снова увеличить выработку, сделать это будет уже невозможно, потому что доля фактически будет потеряна. Исходя из этого, понятно, что нужна солидарная позиция, нужно общее понимание того, что стабилизировать цены на рынке энергоресурсов возможно только вследствие синхронных действий. Но пока мы их не наблюдаем, а значит, не отказываемся от долгосрочной фундаментальной идеи, связанной с возможностью еще большего ослабления позиции Брента. Соответственно, еще раз напоминаю, наша ближайшая цель 45 долларов за баррель, но исходя из ряда прогнозов инвестиционных банков, уже ставят на еще более глубокое снижение. Нам пока достаточно 45. Если нефть будет тяготеть к более низким ценовым значениям, понятно, что сдавать будет и российская валюта. Тем более, что, говоря про перспективы рубля, здесь
Мы каждый раз возвращаемся еще к слабости макроэкономических данных, к ожиданию выплат по, соответственно, своим долговым обязательствам корпоративного сектора. В общей сложности это около 15 миллиардов долларов. Поэтому сейчас я даже предлагаю не останавливаться на перспективах рубля с точки зрения какого-то позитива. Этого позитива сейчас нет. Приближается налоговый период, но мы еще в ходе прошлой недели сделали ставку на то, что поддержки, скорее всего, не дождемся и в рамках этого налогового периода. Потому что последние три, собственно, никак не сказались в динамике рубля и не смогли пересилить негатив, связанный с снижением позиции черного золота. Значит, сейчас ключевая доминанта, катализатор – это позиции нефти. И при снижении нефти рублю придется также сдавать позиции против своих основных конкурентов – это доллары и евро. Актуальная котировка на премаркете 67.80. Уверен, то, что ближайшей целью легко может оказаться прежний рубеж 70 рублей за доллар. Собственно, к этой цели мы пока и стремимся. Идем дальше. Евро-доллар. Здесь, наверное, уже переходя на привычные традиционные валютные пары, стоит отметить очевидное неприятие риска, которое сейчас характерно для всех финансовых рынков. Связано это с тем, что на этих выходных утром в воскресенье вышли данные по... Опять же, по Китаю мы анализировали статистику по промпроизводству, по инвестициям, капиталовложениям и по розничным продажам. Целый блок статистики, который был опубликован разом. Ну, это традиционные отчеты, идущие в связке. Розничные продажи чуть подросли, но здесь я предлагаю не делать какой-либо позитивной и оптимистичной ставки, потому что куда большее значение имеют как раз объем инвестиций и показатели промышленного сектора. А вот здесь исключительно один негатив. В частности, инвестиции просели до 10,9% против прогноза свыше 11%. Промпроизводство 6,1% против прогноза 6,4%. Промышленный сектор Китая продолжает слабеть. При снижении, соответственно, промпроизводства и при наличии таких же представлений сохранения негативной тенденции, можно говорить о том, что Китай в плане этого сектора никак не может нащупать дно и выбраться из затяжного пике. Соответственно, если снижается промышленное производство, тут же переписываются прогнозы по темпам экономического восстановления и делается соответствующая коррекционная ставка на спрос на энергоресурсы, от чего очень сильно должна страдать как раз нефть. Если мы посмотрим на актуальные котировки, в принципе, именно это сейчас и происходит. После того, как стартовали торги на сегодняшней торговой сессии, разумеется, тут же трейдеры потащили позиции черного золота ниже. На азиатской торговой сессии мы видим, как Brent снижается. Если растут риски за устойчивость и стабильность китайской экономики, как я уже говорил, соответственно, повышается спрос на защитные активы, к которым традиционно относятся франк и японская иена, потому что трейдеры уже, скажем, имеют опыт именно развития и влияния этих негативных тенденций на общее состояние всех активов, которые представлены на мировых финансовых рынках. Поэтому, как только появляются даже признаки этой паники, тут же все деньги капитала уводят в валюту убежище и другие защитные инструменты. Поэтому сегодня на коне франк, японская иена, доллар разбавляет позиции. И опять же, если руководствоваться этой логикой, мы видим то, что на фоне непринятия риска растут, конечно же, котировки евро и фунта. Но с евро более-менее все понятно, потому что не стоит забывать о том, что при потенциальном снижении европейского фондового рынка европейскую валюту используют как инструмент хеджирования. Если снижаются, евро покупают. И кроме того, когда средства, соответственно, выходят из высокодоходных активов, они возвращаются в расположение того актива и того мегарегулятора, который использовались для финансирования этих позиций. Это, разумеется, европейская валюта, особенно учитывая, прежде всего, низкие процентные ставки, которые характерны для этого региона. И собственно, как это было и несколько недель назад, когда трейдеры уходят в защитные активы, мы видим давление на позиции американца и, разумеется, повышенный спрос на евро и фунт. Это два актива, которые неплохо чувствуют себя на фоне, скажем, той неопределенности, которая сейчас характерна для рынка. Если статистика оказалась хуже некуда, мы сегодня внимательно, надеюсь, что следили за
показателями шанхайского композитного индекса. И если до сих пор вы не взглянули на текущие актуальные котировки, советую это сделать, потому что сейчас мы видим, как шанхайский композитный индекс уже просел на 3%. И фактически такая негативная динамика готовит нас к тому, что и Европа откроется в красном секторе, и Соединенные Штаты Америки через свою фонду также готовят нам не самые лучшие ценовые тенденции. Поэтому сейчас локально, краткосрочно, конечно же, наблюдаем за тем, как будут разворачиваться события. Я не думаю, что негативный тренд может сейчас спровоцировать тот самый коллапс, похожий коллапс, который мы наблюдали несколько недель назад. Поэтому эта паника с рынков очень быстро пройдет, и мы снова будем возвращаться к тем идеям, которые были актуальны до этого. Поэтому европейская валюта, актуальные котировки 1.1340. Разумеется, судя по последним дням, евро, конечно же, забралось очень высоко против доллара. И связать, конечно же, это можно, собственно, с тем, что я сейчас отметил. А может быть, еще и трейдеры несколько преувеличивают бычьи перспективы позиции главного валютного риска, что в целом идет полностью вразрез с тем актуальным новостным фоном, который характерен для еврозоны и для этого валютного актива. Потому что на прошлой неделе мы снова возвращались к обоснованию необходимости мер дополнительного экономического смягчения со стороны ЕЦБ. И, в принципе, ЕЦБ уже дал нам сигнал не только через формулировки со стороны Драги, но и фактически сценарий покупки новых объемов облигаций нидерландского происхождения. Значит, это уже можно трактовать как реальные действия по увеличению стимулирующих мер. Мы знаем то, что, исходя из актуальных показателей по инфляции, кстати, новые данные мы будем анализировать на этой неделе, сейчас дефляционные риски как раз и являются причиной, подталкивающей европейские мегарегуляторы действовать и анонсировать все новые и новые меры поддержки экономики. Я думаю, что они, собственно, появятся на рынке уже в самое ближайшее время. Мы готовимся к ним уже несколько месяцев, и я думаю, что остается ждать гораздо меньше. И в любом случае расширение покупки активов или даже хотя бы через вербальные заявления подобного характера будут создавать серьезные предпосылки через расширение баланса Центрального банка для давления на позиции евро. И не стоит забывать про конкурента евро. Это доллар, который готовится к очень неплохому бычью ралли, если, конечно же, ФРС создаст условия для повышения процентной ставки, если это решение будет принято. Поэтому евро-доллар мы ждем возвращения ниже уровня 1.10, хотя наша долгосрочная цель, еще раз актуализирую и напомню, это снижение в район 1.05. Что касается, скажем, подкрепления этих инвестиционных идей, хочу снова предложить вам оценку Morgan Stanley и BNP Paribas, которые также склоняются в пользу того, что сейчас нужно делать активную ставку на снижение евро, потому что эти банки абсолютно уверены в том, что ФРС, наверное, с 90% вероятностью анонсирует нормализацию денежно-кредитного курса уже по итогам этого четверга. Идем дальше. Доллар, японская иена. Здесь, опять же, уже я сделал ставку на неприятие риска и, соответственно, повышенный интерес и спрос на японскую иену. На азиатской торговой сессии мы видим, как USD-иена сдает актуальные котировки 120-40, но я думаю, что это временная тенденция, потому что доллар наверняка очень скоро начнет стараться использовать все фундаментальные и новостные возможности, которые появляются на рынке в преддверии заседания ФРС и публикации процента ставки. Еще раз напоминаю, событие чрезвычайной важности, самое, наверное, серьезное не только за последние месяцы, а может быть даже за последние несколько лет, уже его отмечают и, скажем, характеризуют как событие десятилетия. И если ставка будет повышена, то доллар может в моменте укрепиться на несколько процентов. Это, конечно же, оптимистичное заявление со стороны тех, кто делает ставку на рост американца, но я считаю то, что доллар действительно получит неплохой катализатор для улучшения собственных позиций. Оснований для повышения ставки достаточно. Рынок труда, рынок недвижимости – многолетние лучшие показатели. Вообще даже не нужно спорить с тем, что эти сектора восстанавливаются. Это факт, это уже подтверждено статистикой. По инфляции в последнее время рост заработных плат есть символичные позитивный момент, этот индикатор поднимается. Инфляция также постепенно растет и уже оттолкнулась от нулевых значений. Пятничный отчет индекса цен производителей. Здесь также есть позитивная динамика. И вот этот символичный прирост мы наблюдаем даже на фоне катастрофического снижения цен на энергоресурсы. Поэтому если представить
что нефть бы не сыпалась так активно, я думаю, что мы бы увидели еще более интересные и еще более позитивные для показателей по инфляции цифры. И была бы настоящая динамичная бычья тенденция. Но и этой статистики уже достаточно для того, чтобы, в принципе, закрывать глаза на риски низкой инфляции и все-таки делать ставку на тот прогресс, который достигнут на рынке недвижимости и рынке труда. Поэтому в четверг, лично мое субъективное мнение, я уверен, то, что куда больше оснований сейчас для того, чтобы ФРС поднял процентную ставку, нежели начал опять кормить рынки тем, что есть риски со стороны экономики Китая, и лучше подождать лучших времен. Моя личная субъективная ставка, повышение ставки произойдет, соответственно, курс монетарного режима будет ужесточен, и это создаст соответствующие предпосылки для усиления позиции доллара. Наша цель, еще раз напомню, это движение в район 125, то есть с учетом актуальных ценовых значений потенциал прироста стоящий. Фунт-доллар. Актуальные котировки 1.5440. На прошлой неделе, в пятницу, был опубликован отчет ожидания по инфляции 2% против прошлой оценки 2,2%. То есть ожидания снижаются. И давайте вспомним еще последние показатели по активности в секторе услуг, по состоянию промышленного сектора, промпроизводства и динамике темпов экономического роста. В целом статистика очень плохая. И еще более негативный отчет, негативный сюрприз для тех, кто наблюдает за статистикой британского происхождения, был сделан со стороны слабых данных по экспорту. Напомню, что экспорт просел больше, чем на 9%, худший показатель за последние 9 лет. И на фоне подобного, скажем, подобной новостной составляющей и окружения, я считаю то, что нужно 100 тысяч раз подумать, прежде чем продолжать бычьи ралли вместе с расположением британской валюты. Потому что этот выпад, который мы наблюдаем в последние дни, он связан, скорее всего, с технической коррекцией и очень быстро сойдет на нет. И фунт должен вернуться к более оправданным ценовым значениям, которые, на мой взгляд, находятся даже ниже уровня 1,5 против американского доллара. На прошлой неделе была опубликована ставка и объем выкупа активов. Они остались без изменений. И я отмечал, что трейдеры оптимистично отреагировали на этот фон, возможно, скажем, анализируя формулировку со стороны Банка Англии о том, что мегарегулятор находится на пути к повышению процентной ставки. Но на фоне того, что я сейчас сказал, я думаю, что это слишком оптимистичное заявление. Ни о каком повышении процентной ставки сейчас и речи быть не может. Если страдает экспорт, значит, скорее всего, он страдает в том числе из-за дорогой национальной валюты. И если повысить процентную ставку, фунт станет еще дороже. Какую проблему будут решать тогда в перспективе после этого, скажем, спустя квартал-два? Это проблему катастрофического падения экономического роста. Лучше не создавать такие проблемы. А значит, лучше отложить повышение процентной ставки до более стоящих и подходящих времен. Когда они будут, пока вопрос времени. Но я думаю, что не раньше 2017 года. Поэтому в расположении пары фунт-доллар у нас будет еще, наверное, достаточно оснований, чтобы как следует прокатиться с точки зрения медвежьего ралли. Но пока к этой паре и к этой коррекционной идее можно присоединиться с нашего прежнего отложника, который мы поставили на уровне 1.52, то есть sell-stop с уровня 1.52. Ближайшая цель – это уровень 1.50. Актуальная котировка USD с VISI сейчас 0.97. Видим то, что пара по-прежнему движется в район паритета, остается еще около 300 пунктов, но эта идея может быть реализована уже до конца этого года. Оснований достаточно. Сильный доллар, соответствующий фундаментальный фон со стороны США и, разумеется, действия Национального банка Швейцарии, которые направлены на снижение статуса национальной валюты как валюты убежища. То есть это низкая процентная ставка, отрицательное значение, что в целом будет оказывать еще больше давление на позиции этого актива и создавать еще больше интересных возможностей для ослабления франка. USD с VISI ждем паритета. USD CAD, актуальная котировка 1.3250, курс стабилизируется, консолидируется рядом с этими значениями уже на протяжении последних нескольких недель, и все равно мы прекрасно понимаем то, что возможность следующего восходящего бычьего выпада — это возможность также ближайшего времени. Наша цель по-прежнему пока без изменений — это движение USD CAD в район 1.34. Но еще раз напоминаю, величина бонуса на сегодня 6%. Что касается кодового слова, это событие.
Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, конечно же, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго, до свидания.